Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версию программы можно найти на сайте metr12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. В Йошкар-Оле продолжаются масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети и тротуаров. На транспортной артерии и пешеходные дорожки столицы уже уложено более 5200 тонн асфальта. Дорожные бригады приступили к работе на наиболее проблемных и загруженных транспортных участках. На улицах города побывала наша съемочная группа. Небесная канцелярия благоволит дорожникам. Условия для проведения работ сейчас практически идеальные. Ежедневно несколько дорожных бригад приступают к реставрации асфальтового покрытия в разных районах города. Ремонт центральной части идет уже давно, и на сегодняшний день на улице столицы уже уложено более 5200 тонн нового асфальта. Сегодня бригады МУБГород работают на улице Пролетарской. Они будут дальше проходить всю до конца. Вторая бригада работает на улице Анциферова. Третья бригада на улице Комсомольской продолжает уже начатые до этого работы. А четвертая бригада также работает под тротуаром нашим городским. Сегодня в районе дома Красноармейской 120, где большое количество жалоб поступало в течение нескольких лет в администрацию. Вот в этом году мы этот тротуар наконец-то уже сделаем. Приоритет отдан наиболее загруженным и востребованным улицам – Пролетарской, Комсомольской, Анциферова и Красноармейской. На них достаточно большой пассажиропоток. Здесь проходят основные городские автобусные и троллейбусные маршруты. Здесь же находится и масса государственных учреждений, пользующихся ежедневным спросом у граждан. Поэтому наряду с дорожными бригадами на отдельных участках трудится и техника. Также работают КДМки, машины, которые методом пневмонабрызга заполняют небольшие трещины на дорогах. Ну и в дальнейшем будут продолжаться работы по асфальтированию тротуаров в нашем первом этапе, они еще не закончены. Также там тротуары будут асфальтироваться около учебных заведений, в том числе вот на улице Подольских курсантов скоро перейдут. То есть все в соответствии с графиком работы выполняются. Главное, чтобы погода там давала это делать. Подходит к завершению и ремонт 15 пешеходных территорий, наиболее востребованных жителями и гостями города. Именно они вошли в первый приоритетный список. В дальнейшем ремонтные бригады уделят особое внимание тротуарам у социальных, дошкольных и медицинских учреждений. Ну и по традиции добавим, что самую последнюю оперативную информацию о ходе ремонта дорог и тротуаров, а также перечень улиц, подлежащих благоустройству в самое ближайшее время, можно узнать на сайте городской администрации. Все расчеты только онлайн. С июля в МРИЭЛ, как и по всей России, организации и предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения, это единый налог на вмененный доход и патентная система, обязаны перейти на онлайн-кассы, то есть зарегистрировать и установить контрольно-кассовую технику в режиме реального времени, передающую всю информацию о расчетах с клиентами в налоговые органы. Таким образом, будет реализован второй этап реформы контрольно-кассовой техники. Единственное условие, ограничивающее нововведение – в организации, относящейся к сфере розничной торговли или общепита, должны работать наемные сотрудники. В качестве преимуществ перехода, своевременного перехода на новый порядок применения ККТ можно отметить возможность уменьшения сумм налогов, подлежащих уплате индивидуальными предпринимателями, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники. И второй немаловажный момент преимущества – это то, что с 1 июля организации индивидуальные предприниматели, перешедшие с 1 июля 2018 года на новый порядок применения ККТ, избегут контрольных мероприятий, которые неизбежно последуют после 1 июля 2018 года. За неприменение контрольно-кассовой техники действующим законодательством предусмотрены минимальные штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей 10 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для юридических лиц. По состоянию на сегодняшний день в МРИЭЛ зарегистрировано более 9 тысяч онлайн-касс. В рамках второго этапа реформы новые кассы зарегистрировали более 500 хозяйствующих субъектов. Это 34% от всех организаций, где с июля должны быть установлены онлайн-кассы. По оценке специалистов налоговой службы, установить технику до 1 июля должны в общей сложности более 1500 налогоплательщиков. Вся реализация контрольно-кассовой техники, она осуществляется в налоговом органе, и поэтому, осуществив регистрацию контрольно-кассовой техники посредством личного кабинета, то есть даже не приходя в налоговый орган сразу располагает информацией, что ККТ зарегистрировано, и вопросов к предпринимателям нет. Судебными приставами МРИЭЛ в течение 3 лет было взыскано свыше 7 миллиардов рублей по исполнительным производствам. Примерно треть от этой суммы направлена в бюджеты всех уровней.
Итоги работы ведомства подвели во время торжественной церемонии вручения знамени региональному управлению Федеральной службы судебных приставов, чести которой удостаиваются наиболее успешные подразделения. На церемонии присутствовали главный судебный пристав России Дмитрий Арестов, глава МРИЭЛ Александр Евстифеев, руководители силовых министерств и ведомств. Знамя – это символ чести, доблести, верности Родине и долгу. В нем воплощен самоотверженный труд разных поколений судебных приставов, стоящих на защите государственных интересов, интересов граждан страны, мужество и профессионализм, традиции неустанного служения обществу. Вручение знамени – это подтверждение престижа и авторитета службы судебных приставов и каждого ее работника. Это высокая честь, которую коллектив заслужил, потому что мы вчера довольно обстоятельно с Дмитрием Васильевичем обсуждали итоги работы коллектива, и они заметно превышают общие показатели качества работы судебных приставов по другим субъектам Российской Федерации. Пусть вас в вашей работе сопровождает профессионализм, пусть сопровождает достойный опыт, и мы хорошо отдаем себе отчет в том, что ваша эффективная деятельность — это деятельность, которая направлена на защиту конституционных, социальных, трудовых прав, прежде всего, граждан. Это обеспечение интересов хозяйствующих субъектов и бюджетов всех уровней, а значит, обеспечение власти на всех уровнях. Добавлю, что свыше 100 миллионов рублей было взыскано приставами по исполнительным производствам должников по алиментам. 70 миллионов рублей в виде задолженности по заработной плате. Кроме того, приставы МРИЭЛ выдворили за пределы страны более 100 нелегалов, поймали около 250 человек, находящихся в федеральном розыске. Школьника из МРИЭЛ наградили за содействие полиции. Девятиклассник Дмитрий Кузьмин оказал помощь сотрудникам правопорядка в раскрытии тяжкого преступления. Случай произошел в Йошкар-Оле в апреле этого года. Подробнее об этом и не только в сводке 112. Когда 13 апреля учащийся 9 класса Йошкар-Олинской школы номер 15 Дмитрий Кузьмин услышал крики женщины, отозвался, долго не раздумывая. Оказывается, узвавший на помощь пожилой женщины, неизвестный, только что похитил сумку. Дмитрий незамедлительно бросился за грабителем. От неожиданной погони преступник выбросил вещи и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками уголовного розыска, а молодого человека наградили, вручили нагрудный знак за содействие МВД. Все внимание сотрудников госавтоинспекции республики сейчас автобусом и маршрутным такси. Акция «Безопасный автобус» продлится в МРИЭЛ до конца недели. Контроль перевозок пассажиров автомобильным транспортом остается одним из приоритетных у сотрудников дорожной полиции. Среди наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями и приводящих к совершению ими дорожно-транспортных происшествий, это несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции между транспортными средствами, нарушение требований сигнала светофора. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей автобусов, троллейбусов, микроавтобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, быть предельно внимательными и не провоцировать аварийные ситуации. Не принимать деньги за проезд во время движения, проводить посадку пассажиров только на остановках и после того, как транспортное средство остановилось. Кстати, помимо сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, в акции будут принимать участие представители подразделений экономической безопасности МВД, Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства и других заинтересованных ведомств. Между тем, внимание спасателей республики, особенно с наступлением тепла в регионе, приковано к водным объектам. Жизни и здоровью тех, кто их посещает, нередко требуется помощь, причем незамедлительная. 14 июня в 5 часов утра оперативному дежурному Волжской аварийно-спасательной группы поступило сообщение от жительницы города Волжск о том, что ее муж, находясь на рыбалке на реке Волга на острове, чувствует ухудшение здоровья, теряет сознание и есть необходимость эвакуации его с острова. В 5 часов 15 минут спасатели прибыли на остров и приступили к поиску. Мужчина найден и вывезен с острова и передан бригаде скорой помощи. Купальный сезон в республике стартовал еще в начале июня. Однако в связи с прохладной погодой местные пляжи начали заполняться лишь спустя пару недель. В связи с чем спасатели обращают внимание, купаться можно лишь в специально оборудованных для этого местах. Места же, запрещенные для купания, лучше обходить стороной. Всего в этом году в МРИЭЛ открыто более 40 пляжей.
Конституционный суд Мариэл будет полностью укомплектован. Вопрос о назначении пятого судьи рассмотрят депутаты Государственного собрания республики на очередной сессии, которая пройдет в Йошкар-Оле в ближайший четверг. Ну а накануне судьи принимали поздравления с 20-летием с момента начала работы. 18 июля 1998 года первые судьи Конституционного суда республики принесли присягу. На торжественном заседании, посвященном круглой дате, поздравления звучали от коллег Верховного и Арбитражного судов Мариэл. Присоединился к ним и глава республики Александр Евстифеев. По поручению главы республики разрешите поздравить от его имени всех судей и сотрудников аппарата Конституционного суда с 20-летием. Судьями и сотрудниками аппарата суда проделана большая и ответственная работа по правовому обеспечению деятельности органов государственной власти республики, различных уровней, экспертизе проектов законов Республики Мариэл и их соответствия Конституции. Правовые позиции, выработанные судьями в порядке осуществления конституционного судопроизводства, выступают ориентирами в развитии законодательства и формировании правоприменительной практики. Выражаю вам глубокую благодарность за добросовестную работу, за верность долгу и высокопрофессиональный труд. Желаю всему коллективу Конституционного суда здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов. Глава Республики Мариэл Александр Александрович Евстифеев. Для школьников лето – период самых длинных каникул. Несмотря на то, что летом работают и пришкольные, и загородные лагеря, огромное количество детей остаются в городе. В этом году для данной категории подростков в Йошкар-Оле запустили пилотный проект под названием «С друзьями летом всем двором». Так, проект начал работу в самых густонаселенных микрорайонах города – 9-м и Центральном, Гомзово и Сымбатхее. Что предлагают детям организаторы? Подробности далее в нашем сюжете. Нет ничего хуже детского нытья, скажут родители, да еще летом на каникулах. Ведь лето – время, когда ребенок должен набираться новых впечатлений, оздоравливаться, активно отдыхать и познавать окружающий мир. Совместить эти вещи бывает непросто, но если есть план, все возможно. Так впервые в Йошкар-Оле запустили пилотный проект «С друзьями летом всем двором». Проект начал свою работу на прошлой неделе в 4 микрорайонах города. По определенным дням специалисты своей области проводят для детей культурные и познавательные дни. Занятия проходят 1,5 часа. Так, в культурный день 2 раза в неделю дети вместе с преподавателем разучивают песни, знакомятся с творчеством композиторов. Культурное просвещение проходит в библиотеках города. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Мы здесь занимаемся музыкальными занятиями, поем песни разных композиторов. Сегодняшний день у нас посвящен Шаинскому, Владимиру Яковлевичу Шаинскому. Мы сегодня изучали песню «Улыбка». Детям нравится, все посещают занятия хорошо, с удовольствием ходят. Песни будем учить Энтина, песни Энтина тоже, детские песни. Будем изучать музыкальные инструменты, духовые инструменты, струнные инструменты. Будем им показывать. Здесь интересно, мы новые знаем песни уже. И уже с другим разом все легче и легче поется. Я не умел еще петь, пришел сюда и научился. Ходим в кино, в другие клубы ходим, развлекаемся, поем песни. Так, по понедельникам и средам с 14 часов до 15:30 любой желающий ребенок может присоединиться к дружной компании, провести свое время полезно, посетив культурный день. А вот так для ребят проводят познавательные дни. Давай, сильно! Из-за головы! Ой, молодец! В неделю также 2 раза мальчики и девочки собираются на площадке, знакомятся друг с другом, играют, узнают что-то новое. Занятия проводит тренер. Программа нацелена привлечь детей к спорту, физическим упражнениям. На сегодняшний день 3-е занятие посвящается тому, что я рассказываю детям историю волейбола и разучиваем подвижную игру «Охотники и утка». Собственно, очень древняя игра с историей, но дети играют в нее с удовольствием. Программа подготовлена на все лето. Кто-то за это время научится одной игре, кто-то другой. Но, к сожалению, на сегодняшний день проект «С друзьями летом всем двором» еще только набирает обороты. К примеру, в микрорайоне Сымбатхее такого рода занятия пока посещают немного детей. Во-первых, очень жарко сегодня на стадионе. До этого было
Ну, в общем-то, погода такая, что кому-то холодно, кому-то жарко. И приходят, ну, наверное, самые-самые такие ответственные люди, которые ходят и в библиотеку петь песни, и сюда, на стадион, до которых довели информацию. Это для детей, которыми, наверное, занимаются родители, семья. И понимают, что, да, когда приходит специалист, надо пойти навстречу, потому что не каждый день это бывает, и тем более это не платная услуга, это очень хорошо. Уже есть дети, которые не пропускают занятия, будь то культурный, то познавательный день. К ним относятся братья Рома и Артем. Ребят к занятиям приобщает бабушка Таисия Ивановна. Я с ними провожу каникулы летние, вот, потому что родители работают. Им некогда. Вот. Поэтому я очень рада, что наш отдел образования сделал такую программу «Дети в городе». Вот вчера мы были в библиотеке, где их учили пению, музыке. Прекрасный преподаватель была Галина Геннадьевна Швецова из второй музыкальной школы. Вот. А сегодня мы пришли сюда, где вот школа олимпийц. Да, они играют с мячом, так довольны, бегают. Очень даже, и я довольна, что дети организованно обучаются вот владению мячом, вчера пению. Меня зовут Рома, мне 8 лет. Вот это мой брат Артем, ему 4 года. Я занимаюсь летом тхэквондо, плаванием. Сегодня вот мячом занимаюсь, а завтра и еще пою песни. Так, в течение всей недели детям на разных точках нашего города проводят культурные и познавательные дни. Расписание занятий публикуется на официальном интернет-портале администрации города, в социальной сети ВКонтакте и учреждениях культуры, детских клубах, школах и подъездах многоквартирных домов, расположенных рядом с местами проведения занятий. Посетить святые источники в отдаленных уголках республики, пройти по храмам города и прикоснуться к их святыням. Православное паломничество в регионе набирает обороты. В летний период экскурсионно-паломническая служба, учрежденная Йошкар-Олинской и Марийской епархией еще в марте этого года, предлагает паломникам не только региона, но и всей России маршруты по святым местам. 2018 год ознаменован такой юбилейной датой, как 1030 лет крещения Руси. И в связи с этой датой мы подготовили такую паломническую программу, как «Крым православный», и собираемся посетить место крещения святого равноапостольного князя Владимира, где он сам принимает крещение и уже оттуда несет свет христианской веры на Русь, в Киев, в Днепр. Первый выезд за рубеж намечен на декабрь этого года. Паломническая группа отправится на святую землю в Иерусалим. За столь короткий срок работы службы стало ясно, среди внутренних маршрутов региона самыми популярными являются поездки к святым источникам республики – Шабаши, Масканур и маршрут Йошкар-Ола православная, включающий в себя храмы города. Кстати, среди паломников особой популярностью пользуются Троицкий храм и Благовещенский кафедральный собор. Первый за счет богатого внутреннего убранства, второй как главный собор Мариэл. В ближайшее время экскурсионно-паломническая служба займется созданием реестра паломнических мест республики. До сих пор этого, кстати, никто не делал. Гулять под музыку Шопена, Моцарта, Шостаковича. Классика над Кокшагой звучит уже месяц. Не только классика, но и духовные песнопения. Это новый проект сотрудников Музея истории и православия. Осенью прошлого года они защитили проект на международном конкурсе и получили грант на его реализацию. Первый транш в размере 254 тысяч рублей уже получен и сейчас активно осваивается. Эта музыка появилась у нас совсем недавно, с 5 июня 2018 года. Были установлены на здании музея рупорные громкоговорители. За счет средств грантового конкурса «Православная инициатива». Музей истории и православия – это светское учреждение. Относится оно к Национальному музею имени Евсеева. На его базе сейчас активно развивается православный культурно-просветительский центр. Из новшеств – новая тематическая экспозиция «Спорный 20 век». Она не будет сопровождаться экскурсоводом, а ознакомление гостей музея будет вестись онлайн. Динамики уже установлены в залах. Сейчас же здесь разрабатываются и мастер-классы по сбору четок, изучению исторической каллиграфии и основ мозаики. Каждый четверг вечером здесь проводятся открытые встречи с интересными людьми. А по выходным – просмотры и обсуждения православных фильмов. Вход для всех свободный. Это были новости на телеканале «Мэтр». Выпуски на марийском языке смотрите в 6:30 утра. Интернет-версия программы на сайте metr12.ru, на нашем YouTube-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания.